Дура, она шлёпка. Что значит шлёпка? Мы пришли, у нас 45-я обучение. Да ладно, сейчас после. Спасибо, еще раз. Давайте. Тихо, никто никого ничего не сказал. Полиция! Полиция, похищали! Слышь, парни, отойдите! Да ветеран 60-го года рождения. Мероприятие окончено. Иди на могилу атошникам цветы возлагай. Да, мы хотим, чтобы конфликт был урегулирован мирным путем. А что у нас конфликт? А какой у нас конфликт? А с кем у нас война? С кем у нас война? На кого напал? С какой стороны гибнут дети? Где дети гибнут? Это украинские дети. Потому что ты кепар, гной. Через суд. Да ты можешь потеряться, рот вас закрой, терпиво. Любого можно обзывать кепаром. Всех это комиссия сепаратистами называют. Да, мы отошли. Вот покажи, что это. Россия для нас была и будет братской народом. Братский народ, который жил у нас! Братский народ! Так, Жура, Варо, успокойся! Братский народ! Иди сюда, что ли! Зачем ты цветы забрался? Потому что он взял братский народ! Сука, чёрт! А ну-ка, давай-ка, уебывай отсюда! Что ты, позеленел или что, Шрек? Ты такой, что? Ветрянка, блядь, или что? Так, забирай, я тебе сказал, лучше давай отсюда. Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть ворогам! Украина! Вода дусе! Украина! Вода дусе! Давай! Побеждай! Ми прийшли просто проконтролювати, щоб тут не було забороненої символіки, не порушувався закон про декомунізацію, щоб все відбувалося спокійно. Але як ми прийшли на місце події, ми одразу побачили тут такого, скажімо так, одіозного сепаратиста Лесика, який тут типу прийшов покласти квіти, а ну, насправді прийшов пропагандувати тут руський світ і таке інше. Лесик так трошки позеленів, його з позором звідси прогнали. Цій людині не місце в українському Харкові і взагалі в Україні.